универсальный машиноконструктор УМКИ включает в себя передвижную роботизированную платформу с моторчиком с четырехколесным автономным питанием. Для связи используется связь такой платформы, осуществляется по радиоканалу при помощи модуля стандарта ZigBee. Провод ноутбука втыкается в плата шлюза. С ответным радиомодулем. Это уже протокол ZigBee. В нашем модуле под названием ZigBee от компании Digi. Вот протокол ZigBee. На ноутбуке запускается специально разработанный